Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Cooking Brunch, и я его ведущая Ирина. И сегодня на моей израильской кухне еще один салат из разряда быстрых, полезных и очень вкусных. Сегодня мы приготовим микс-салат с тунцом с помидорами и, как всегда, добавим вкуснейшую заправку. Смотрим видео до конца, не жалеем своих лайков, ваши лайки помогают продвижению моего канала и мотивируют меня на создание новых вкуснейших рецептов для вас. Итак, для приготовления нам понадобится микс-салат. У меня здесь 200 граммов, здесь ассорти из мангольта, радичи, здесь руккола, ну все, что я, как всегда, люблю. 100 граммов консервированного тунца, несколько помидорчиков черри, можно взять обычный, порезать на кусочки, 50 граммов сыра пармезан, вяленые томаты, здесь тоже 50 граммов у меня. А для заправки мы возьмем уксус бальзамик, столовую ложку, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку жидкого меда, сок половины лимона, а также по половине чайной ложки соли и молотого черного перца. Вот и все, что нам нужно. Давайте скорее же готовить. В самом начале я предлагаю приготовить заправку. Наливаем оливковое масло, уксус бальзамик, мед, молотый черный перчик, соль и выжмем половинку лимона. И хорошенечко все перемешаем. Пока заправка настаивается, подготовим остальные продукты. Вяленые помидорчики я нарежу полосочками. Сразу же на этой доске я нарежу помидорчики черри, разрежу их на половинки. И теперь быстренько собираем наш салат. Листья салата я выкладываю на какое-нибудь большое плоское блюдо. Сверху посыпаем вялеными помидорчиками. Вяленые помидорчики дают особую пикантность, остроту этому салату. Очень вкусно получается. Следом выкладываем помидорчики черри. Кусочки тунца. Масло я предварительно слила и разобрала на вот такие кусочки небольшие. Сверху поливаем вкуснейшей заправкой. И завершающий аккорд — это сыр. Сыр пармезан. Я люблю натирать вот такой экономкой овощечисткой. Вы можете просто натереть на мелкой, на крупной терке, как вам только нравится. Настал долгожданный момент дегустации. Перемешивать ничего не нужно, просто накалываем, чтобы все у нас попалось. И помидорчики, и вяленые помидорчики, и обязательно, конечно же, тунец. Друзья, сочетание продуктов в этом салате просто идеальны. Плюс дополняет этот салат вкуснейшая пикантная заправка. Ну, очень вкусно получается. Быстро, легко, полезно, а главное еще и вкусно. Обязательно такой рецепт приготовьте, поделитесь им с друзьями, ставьте лайки. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра, всех люблю, целую и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!